Друзья, всем привет! Сегодня я покажу, как можно зарабатывать на этом брокере, не анализируя график. Сегодня будем зарабатывать на комиссии, а также я вам покажу, как я заработал за 5 дней на новенький iPad mini. Вот здесь можете его увидеть. Смотрите, ребят, в месяц зарабатываю вот полмиллиона рублей. Сейчас вам покажу, как это я делаю. Давайте быстро я зайду в сделочку и буду вам рассказывать, что да как, потому что вот сейчас прилетел сигнал на покупочку на 3000 рублей. Захожу, надеюсь, не поздно зашел. Да, зашел хорошо. В принципе, можно еще одну сделочку вот здесь взять. Все, вот так вот. Две сделочки взял. Смотрите, есть вот брокер. На брокере мы зарабатываем на комиссии. Здесь есть кнопка как на повышение, так на понижение. Можно заходить как вверх, так вниз, как на покупку, так на продажу. Брокер нам платит за каждую сделку 78% к сделке. Если сделка плюсовая, если минусовая, у вас просто исчезает сумма сделки. Если плюсовая, вам насчитывает плюс 78% от суммы вашей сделки. Сейчас я вам наглядно все покажу. Остается 24 секунды до окончания сделочки. Вот как видим, пока что цена находится вот в этом уровне, где я заключал сделочки. Вот, цена выстреливает, и вот, как видим, я заходил, ребята, на 6 тысяч рублей, заработаю 10 680 рублей. 4 680 рублей, и есть моя комиссия за успешную сделку. Вот так вот. Так, остается 3 секунды, 2. Вот, 8 340 рублей. В последних секундах одна сделка закрылась не в минус, а в ноль. В ноль, ребят. То бишь не в плюс, не в минус, просто мне вернули деньги. Но все равно я заработал 2000 рублей с копейками вот с этой сделочки. Вот, как видим, график рос, можно было вот здесь заходить, и там 100% приходили сигналы. На покупочку я немного трошечки, ну, зашел немножечко так как-то. Нужно было раньше заходить. Ну да ладно, все равно в плюсе и как бы все хорошо. Смотрите, здесь есть вот такой вот сайт. На этом сайте мы смотрим сигналы. Смотрите, вот. Активно покупать. Сигнал есть, видите? То бишь, видим, активно покупать, и цена активно прям растет, очень активно. И на этом мы зарабатываем. На одном сайте мы смотрим, на втором на брокере повторяем. Напоминаю, ссылочка на брокера и на сайт сигнала будет в закрепленном комментарии также в описании к видео, потому что сейчас, если зайти в Google, вам попадется много различных брокеров. Много брокеров не выводят деньги, поэтому не рекомендую искать через Google. Так, ребят. Ну, в принципе, вот такое вот видео получилось. Надеюсь, как бы всем понятно. И еще будут видео, еще будет очень много видео. Пишите свои комментарии, оставляйте лайки. Ну, а я, ребята, полетел. Еще немного сделаю, заключу и пойду, наверное, прогуляюсь. Всем пока.